Видео, как загрузить вебинар на платформу ProfMe. Я зашла уже в свой личный кабинет. Для того, чтобы зайти, необходимо нажать кнопочку «Войти», ввести свой логин и пароль. Я это уже сделала. Дальше я нажимаю на свою аватарочку, у меня появляется меню. Моя страница, мои конференции, мои вебинары. Я выбрала мои вебинары. Так, здесь есть будущие вебинары. Прошедшие вебинары и записи вебинаров. Я нажимаю именно на записи. И мне открываются записи всех вебинаров, которые были проведены на этой платформе. Не только мои, но и все остальные. Вот, командный вебинар, выпускной Академии бизнеса и акценты каталога. Мне, например, нужно сохранить акценты каталога на свой компьютер сначала, а потом загрузить на канал в YouTube. Что для этого сделать? Наводим стрелочку на глазик. Так, вот, наводим на глазик, нажимаем, и у нас открывается два файлика. Один файл – это только видеозапись с вашей камеры, а второй файл – это и презентация, и ваша видеозапись, то есть весь вебинар в целом уже записанный. И я его скачиваю. Здесь можно скопировать все материалы. Кстати, можно презентацию скопировать. Если нажать на эту ссылочку, можно сохранить презентацию себе на компьютер. А я хочу скачать именно запись вебинара. Я нажимаю «Скачать». Мне тут же открывается, сразу предлагается место, куда его сохранить. Вот я выбрала, раньше выбирала компьютер, локальный диск D. Я сохраняю все на диск D. Если у вас откроется что-то другое, то вы можете выбрать вот здесь вот сбоку, например, либо на рабочий стол сохранить, там, либо в какую-то папку, либо на локальный диск D. Вот, например, если я нажимаю этот компьютер, то мне открываются все места, где можно сохранять диск C, диск E, например, CD, дисковод. И локальный диск D. Я сохраняю именно сюда. Вы можете здесь поменять название. Вот, например, я уберу дату. Она в названии вебинара мне не нужна. Да, и нажимаю кнопочку «Сохранить». Но он у меня уже сохранен заранее, поэтому я этого не делаю. Дальше, как мы загружаем... Как только мы сохранили, мы можем загрузить на YouTube-канал. Я выбираю вкладочку YouTube. У меня открывается... Уже заранее я открыла наш канал NVB и нажимаю вот на этот значок камеры «Создать». Не хочет у меня нажиматься. Обновлю страничку. Так, вот еще раз. «Создать», «Добавить видео». Так, и здесь сейчас откроется поле, куда я могу добавить видео. Выбрать файл. И опять же открывается то место, где я сохраняла. Я ищу свой вебинар «Акценты каталога 11» и нажимаю «Открыть». Все, вебинар загружается. Не буду уже заставлять вас ждать, пока он загрузится. Дальше можно будет выбрать папку на канале в YouTube, где сохранить этот вебинар. И можно будет выбрать доступ по ссылке, либо открытый доступ. И необходимо будет подождать, ну, какое-то количество времени, пока вебинар загрузится на канал в YouTube. Дальше можно взять, скопировать ссылочку и отправить туда, куда вам необходимо, например, в чаты.